Сегодня 5 декабря. 17 года. Привезли уголь. Хороший уголь. Почем уголь-то? 3000 тонна. Тонна 3000? Да. С подвозкой? 3500 с подвозкой. Подвозка 3500. Вот он. 15500 и все я заплатил. За 5 тонн. Как говоришь? За 5 тонн с привоза 15500 заплатил. Ну, понятно. Вот. Никита приехал, как к месту-то погодил. Вот. Ты происхождение угля знаешь? Как он получился? Только то, что люди говорят, что это, мол, там, это деревья, останки людей, животных под землей, которые... Нет, а животных еще нету, только нет. Деревья. Чтобы таким слоем они были, иногда там десятки метров уголь идет. Это они должны были упасть одновременно и сохранять без доступа воздуха, а только потоп. После потопа все эти лесные массивы ушли под землю. Их стянуло, и вот теперь этот уголь. И тепло, которое деревья аккумулировали, когда стояли на солнце, теперь мы получаем отсюда вот такое объяснение. И на нем находят рисунки, прям листья, где дерево. А иногда попадают прям целые стволы. Вот так говорят. А происхождение нефти до конца не знают, что. Вроде бы это от трупов животных, людей. Да где тут столько трупов наберешься? Да и какая из человека нефть-то? Еще там нету, не знают. Вот как. Тут у нас газ проведенный. Ну и ходили, спрашивали, будете проводить? Нет. Я сказал, нет, это пороховая бочка. Почему? Так это все на Европе везде. Ну, пускай там сидят. Тут вот рвануло опять. Подъезда нету. Вот рядом тут был он, глава администрации центрального района Сытых, стал руководить избирательным где-то отделом, комиссией. Они заткнули ему трубу выхлопы, и вся семья, все погибли. А здесь все-таки не так. И труба высоко, и не каждый залезет. Дрова есть, вот привезли 20 кубометров. Это мы из Потеряевки привезли. Вот получается как. Вот, вот это. Одна, вот вторая, вот третья поленница, это четвертая. Ну, четвертая наполовину, ну так, чуть побольше, 20 кубометров и полкубометра еще, я так вот подробно. 38 сантиметров длина поленья. Ну так. Вот они тут нам занесли угля, наготовили. Сегодня везде тепло. Градусов, наверное, под 25 нагнали. А то и больше, надо посмотреть. Вот. Это к Надежде Васильевне они набрали. Болеет что-то. Болеет, и все. Много дров жжет. И потом он сказал нынче, не давать ей топить. Сами у ней будем топить. И Володя ходит и топит. Вот так. Сосед в бане живет. Дом сгорел. Пьяный, наверное, не выключил плитку-то. Вот так. Все. Видишь, как там у нас соседа большой. Он трехэтажный почти есть. Данелия, грузим всякие алюминии, самолеты все эти списанные, говорят, скупал. А сейчас у него вот рядом, он рядом с нами, котельная, там что дымится. Внезапно умер. Там у него наверху, там он антенна огромная стоит. Я допросился, чтобы там повесить бутылки, вот видно висят. А оттуда провел телефонный кабель туда, провода, и дергаешь, они гремят. И голуби, когда садятся, и они взлетают. Ну так вот, провода-то уже взял. Сейчас голубей-то у меня меньше. Белых всего 14. Остальные потеряешь. Вот так.
Это вот нам Господь дал. За то, что я в узах был. И вот судился, и Господь дал место. 226 квадратных метров площадь жилая. На два дома, на три квартиры. О, все тогда.